спортсмен в синем углу ринга. Многократный участник и победитель региональных турниров по борьбе и боксу. Финалист турнира 100% Contenders и победитель турнира King of Kings. Малик Мед, Франция. В красном углу ринга спортсмен из города Санкт-Петербург представляет клуб Александр Невский. Встречайте, Михаил Заяц! Спортсмен красного, чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, чемпион России по рукопашному бою, чемпион Европы по джиу-джитсу, чемпион мира по версии M1 Challenge 2008 года. Михаил Заяц, Александр Невский, Санкт-Петербург. Спортсмен в синем углу, 23 года, вес 89,7 килограмма, рост 198 сантиметров, профессиональный рекорд, 10 побед и 6 поражений. Его соперник в красном углу, 29 лет, вес 91,3 килограмма, рост 181 сантиметр, профессиональный рекорд, 13 побед и 5 поражений. Малик Мерад против Михаила Зайца. Рефери в ринге Виктор Корнеев. Супербой весовой категории до 93 килограммов. Малик Мерад против Михаила Зайца. Франция против клуба Александр Невский, город Санкт-Петербург. Ну, француз очень такой любопытный боец. Во-первых, неоднократный участник, победитель турниров по борьбе и боксу, финалист турнира 100% Contenders и победитель турнира King of the Kings. Это кикбоксерский турнир, довольно известный. В принципе, довольно сам по себе, чем еще любопытен данный атлет. В 12 лет пришел в секцию бокса, втянулся, собственно, в национальные соревнования выигрывал, по юниорам выигрывал. И с 2008 года активно занялся грэпплингом, принимал участие в нескольких турнирах. А три последние победы у него нокауты. Но Михаил Заяц, Григорий Говоронский меняет Михаила Боярского на комментаторской позиции. Михаилу большое спасибо. Я думаю, что вы поподробнее расскажете про бойца своего клуба. Да. Михаил Заяц у нас чемпион мира и чемпион России по боевому самбо 2008 года, чемпион России по рукопашному бою, чемпион Европы по джиу-джитсу. Также он чемпион мира по версии One Challenge 2008 года. Вот. Последние три боя он выиграл, причем все досрочно. Здесь у него удачная серия очень идет. Ну да, если обращаться к истории поединков, это самый, наверное, неровно выступающий боец российского М1. Да, был у него взлет в 2008 году, потом такой провал в 2009, в начале 2010. Вот. Потом со сменой тренерского состава, в общем-то, результаты начали значительно улучшаться. Сейчас он тренируется под руководством Андрея Николаевича Кочергина, Эдуарда Шарабокова, Геннадия Павловича Капшая. Вот, в ударной технике прибавил, увереннее стал себя чувствовать. В общем, боец растет. Ну, как говорится, совершенству предела нет, есть куда еще расти. Вот очень тяжелые удары по корпусу, по ребрам. Обратите внимание, ну, да, 4 удара, там гематома. Ну и с другой стороны, помним то, что Малик Мерад, он страшен именно в ударной технике. Если с ним ввязаться в размен, я думаю, что немножко проще будет. Да, длинные руки, длинные ноги, там в стойке Михаилу ловить, в общем, нечего. Не стоит даже рисковать. Он все правильно сделал, перевел сразу же бой в партер.
здесь навязывает свою игру. Болевой на шею, да. Рефери не может понять, то ли сдается француз, то ли просто пытается отжать руки. Интересный прием сейчас Михаил делает. Вряд ли, нет. Ну да, это сложно достаточно, потому что длинная шея у француза. Длинная, соответственно, гибкая. И здесь француз сейчас что, пытается выкарабкаться? Вариантов тут несколько. Может отдать спину. Раз. Да нет, здесь Михаил сейчас у него находится в такой позиции. Он же не сверху, не на груди сидит. Поэтому... Да, ну и гвоздит его по ребрам в одну и ту же точку. В принципе, то, что надо делать в данной ситуации, больше ничего не придумать. Отсушить бедра, дабы, если поднимут стойку, двигалось оппоненту поменьше. И туда, в одно болевое место, вот сюда, все правильно. А удары тяжелые. И здесь, обратите внимание, можно бить с, как раз удар амплитудный. Да. То есть он очень чувствительно. Локтем можно бить. Ну, Виктор Корнеев на середину двигает. Все правильно. Михаил очень уверенно вот, посматривает на своего соперника, на такую законную добычу. Но вдруг, ну сейчас я с тобой продолжу. Малик усиленно пытается сделать болевой на руку. Прием Кимура, так называемый. Ну, Михаил достаточно искушенный борец. Я не думаю, что этот прием пройдется. Только Михаил не допустит какую-то роковую ошибку. Ну, сейчас он заблокировал свою руку, что не позволяет Малику ее выдернуть. А хотя вдруг? Вот опасно, опасно. Здесь, а здесь все может быть, да. Михаил. Нет, конечно, есть. Хорошо, да, вылез. Уходит. Хорошо вылез. Вот, Тимур, вот, крайне противный прием. Да, да. Очень. Там, вот, что называется, на тоненького. Чуть дальше рука разогнулась, и, в принципе, все. Ну и как паровой молот сейчас работает Михаил Заяц. Решил, может быть, все в первом раунде закончить. 2 минуты еще есть, в принципе. Времени хватает, а француз уже на получать-то успел. Михаил очень жестко бьет. Есть ранний удар, то гематома, что называется. Сейчас разворачивают бойцов, слишком близко к канатам находятся. Зато очень удобно по отношению к нашей комментаторской позиции. Да. Видно, что называется, выражаясь по-французски, анатюрель. Да, невооруженным глазом. Невооруженным абсолютно, исключая. Он все пытается сделать Кимуру, посмотреть. Ну, видимо, больше нечего предложить ему. А иногда, знаете, Григорий, в ситуации, когда соперник тебя очень сильно превосходит именно физически, замыкает. Втыкаешься ты в один прием, который у тебя вроде бы пошел, и кроме него больше ничего не видишь, чтобы тебя только не мутузили. Один очень тяжелый удар в челюсть прошел, да. Еще один сразу туда же. Ну и по ребрам дальше, все правильно, надо открывать. Корпус голова, есть еще один. Да, француз пока активно работает локтями. Несколько тяжелых попаданий он по себе принял, но не могу сказать, что это что-то было нокаутирующее. Что, я опять за шею? Снова Михаил тут. Он болезненный очень. Так, прием. Думает, что мягкотелые европейцы после такого сдаются. Да нет, это, конечно, шутка. И снова Кимуру пробует, посмотрите. Ну, а вдруг пройдет? Ну, он может и пройти, если Михаил бдительность потеряет запросто. Ну, а пока такие очень жесткие удары по голове. Это всегда, кстати, питерского бойца отмечало. Вот эти очень нацеленные, очень такие плотные, можно сказать, удары, которые как прилипают к сопернику, если проходят. Ну и, конечно, ему это здоровье не прибавляет никаким боком. 20 секунд до конца первого раунда. Я думаю, что Малик тут, конечно, продержится. Вряд ли что-то произойдет сенсационное за 10 секунд оставшиеся. Не думаю. Я думаю, что сейчас Михаил еще несколько раз поработает по ребрам. Здесь ударит в голову, пара хаммеров, а там и гонка. Время. Да. Время. Первый раунд остается за российским бойцом. Я думаю, что у вас, уважаемые поклонники Миксфайта, нет никаких сомнений. Все получается. Ну а чего не получилось в первом раунде у именно французского бойца? Навязать свою тактику. Навязать, да, свою тактику, свой рисунок поединка, повести за собой, потащить. И за счет этого ему пришлось пойти уже на поводу Михаила Зайца. А вот что за лицо так подопухло после тяжелых ударов Михаила. Как будто катком прошлись. Ну да, уже подглазья так серьезно подопухли. С некоторой тоской он смотрит в угол российского бойца. Однако же стоит, заметьте, не сидит. Да, говорит, нет, о том, что он себя достаточно хорошо чувствует. Время как Михаил сидит. Да, Михаил сидит, Михаил восстанавливает. Ну, это тоже, знаете, в принципе, ну, я не знаю. Мое личное мнение, ситуация двояка. Если есть возможность восстановить силы, надо сесть. Конечно, если есть возможность сидеть, лучше не стоять. Лучше сидеть, а если лечь, то и лечь можно.
Но здесь на М1, на ринге М1 лечь у тебя всегда есть возможность. Да. Вот. Соперник готов один. Помочь в этом, да, всегда. Пропустил один, и, собственно, и лежи, никто не мешает. Что ж, посмотрим, как в каком и стиле вот пройдет второй а раунд. Что, сейчас французу надо стартовать с какой-то резкой серии, а Михаил только того и ждал. Сразу пробраться. Практически идентичная позиция начала первого раунда, если мне глаз не изменяет, француз 5 кимуру тащит. Да, с упорством, в общем-то, с таким достойным уважения. Ну что, а дальше фиксировать свою руку коленом и оторвать захват. Да, так и получается. И сразу здесь же сейчас туда. Хороший удар проходит. Под руку, два, отлично. Три. Отлично, все туда, что называется, все проходит. Ну, уже домолачивает, на самом деле. Еще один-два удара нужно будет останавливать или нет? Ну, пока еще активная защита идет. Да, активная защита. Не очень понимаю, почему француз не развернется лицом к Михаилу, зачем он... Ну, а все, да. В принципе, принял решение прекратить избиение российский арбитр. И, на мой взгляд, абсолютно логично. Здесь, ну, здесь вопрос был, на мой взгляд, просто во времени. Когда у француза или не хватит здоровья, или его просто пробьют так, что он сознание потеряет. В этом, кстати, большой плюс российского рефери. Ну, он традиционно судит в подобном турнире. Он и наш голландский. Наш голландский, звучит так забавно. Голландский арбитр. Марко. Да. Ну, здесь никаких, конечно, двух мнений быть не может. Продолжает Михаил Заяц уверенно очень идти по... Четвертая победа подряд. 2011 года. Ну, в принципе, молодец. Я сейчас смотрю, и, в принципе, зацепиться за какие-то огрехи в технике мне здесь тяжело. С ударной техникой все нормально. В борьбе тоже он очень, очень тяжелый, очень неприятный, очень резкий и очень тяжелый удар. Ну и самые зрелищные моменты данной схватки. Здесь, в принципе, они все будут состоять, я так понимаю, из атаки российским бойцом. Мы видим тренера Эдуарда Широбокова, тренер Михаила нынешний. Ну и вот такие уровни, на которые Михаил едва не попался, но тем не менее победил.